Шеф полиции Дум? А в чем, собственно, дело? И кто вы такие? Мы лучшие сотрудники из ФБР. А что ФБР нужно от нас? Говорят, вы ведете одно очень интересное дело. А вам-то какое до этого дело? Теперь вы обязаны отдать это дело нам. Его теперь будем вести мы. Зря вас прислали. Скоро это дело будет закрыто. Какие вы наивные. Вы верите в ад или рай? А при чем здесь это? Дело в том, что здесь замешаны очень могущественные силы. И хорошо, если ваши сотрудники еще живы. Это что, шутка какая-то? Нет, это дело действительно нужно закрыть. И, возможно, мы еще успеем спасти ваших сотрудников. Хорошо, тогда... объединим усилия. Тайма, не думаю, что клуб – это хорошее место для разговора. Не переживай, здесь работают мои друзья. Здесь безопасно, и нам никто не помешает. Ну ладно, тогда идем. Какое странное место у твоих друзей. Да, ты прав. У этого места особенная история. Это один из твоих друзей? Да, его зовут Киллер. У тебя очень странные друзья, Тайма. А ты, я так понимаю, Скальд? Тайма очень много рассказывала тебе. Приятно познакомиться. Выпьешь чего-нибудь? Прошу прощения, но я не пью. Да ладно, Скальд. Ну не будь ты таким замкнутым. Мы же пришли отдохнуть. И тем более ты хотел мне что-то сказать. Хорошо, как скажешь. Хорошо, от тебя есть толк. Что дальше? Запрем его в подвале. А как очнется, заставим открыть портал. Мрак, брось его в клетку.